Вітаю, це студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний, і ми продовжуємо підбивати підсумки року. Сьогодні поговоримо про міжнародну політику, про те, що відбувалося протягом минулого року у світі, і, власне, як світові політичні процеси вплинули на нашу країну, на нашу рідну Україну. Про це будемо говорити з нашими експертами, політологами-міжнародниками Михайлом Кацаним та Денисом Кузьміним. Вітаю вас, шановні. Добрий день. Третій рік у цій студії, в такій приємній компанії, будемо підбивати підсумки. Дуже радий вас бачити. Давайте почнемо з тих подій, які, ну, напряму, напевно, не вплинули на Україну, але штучно, точно. І ми маємо зробити певні висновки. Нагірний Карабах, заморожений конфлікт, який спалахнув, от, власне, в 2020 році. Які висновки з цього маємо зробити ми? Що робити з Донбасом? Чи може бути ось цей заморожений конфлікт у нас на Сході, довго замороженим, вбачаючи от такі проблеми в Нагірному Карабасі, так? Хто готовий почати? Ну, мав я почати. Ну, на самом деле, я не думаю, що наш конфлікт на Донбасі такий уж заморожений, да, він такий тлеющий, тут, скоріше, от придністровський ситуація, можна бути пряма аналогія. Ну, і, розуміється, для України, як країни, все-таки, к сожалению, по-прежнему постсоветського пространства, все, що на цьому пространстві відбувається, для нас і цікаво, і близько. И, в общем-то, на памяти большинства людей, граждан Украины, это такая животрепещущая тема, которая началась еще до распада Советского Союза, событий в Сумгаите, где фактически начались межэтнические столкновения и резня армянского населения, потом война 93-го года, когда Армения поставила под свой контроль Нагорный Карабах и часть азербайджанской территории. И вот сейчас такой вот неожиданный достаточно для тех, кто пристально не следил за ситуацией, но наступление и, откровенно говоря, победа азербайджанской стороны и абсолютная такая депрессия, чреватая серьезным политическим кризисом сейчас внутри Армении, вплоть до возможной смены власти и переформатирования вообще государственного устройства. Потому что кризис власти, которая проиграла столь важную войну, он очевиден. Значит, что здесь важно нам отметить? Действительно, для Украины в первую очередь нужно убедиться, что даже на близкой нашей периферии могут происходить события, достаточно неожиданные, и это связано с тем, что в современном мире, я думаю, сейчас каждый более-менее представляющий из себя небольшой центр силы, страна или некий иной актор, будут действовать активно, нахально, как бы нарушая и опрокидывая правила. Это сделала Россия в 2014 году с Крымом. И сейчас это делает не Азербайджан, конечно, а Турция. Пока не закончились, ну, уже истекли выборы в Соединенных Штатах, пока еще ситуация в Сирии, они правильно оценили обстановку, что активно поддерживая Азербайджан, можно сыграть в эту игру, в которую Россия активно не влезет. Но было ясно, что вмешается в случае, если война перейдет на территорию, собственно, юридически международно признанной Армении. Потому что, напомню, что территория Нагорного Карабаха – это область, где в основном проживают армяне, находится внутри азербайджанской территории, международно признанной. И, соответственно, международно признанная граница Армении, Армения – член ОДКБ, где есть и российские войска. Но напрямую, оказывая помощь и техникой, и консультациями, и материально, Россия, естественно, дала четкий сигнал, что воевать с Азербайджаном, тем более с Турцией, в данной ситуации не будет. То есть Армения оказалась проигравшей стороной, но Азербайджан сейчас на подъеме. Это такая как бы международный срез. Можно удариться в конспирологию, предполагать, что и Соединенные Штаты, и страны, там, Великобритания, они как бы тоже поддерживали Турцию в этих начинаниях, чтобы поддеть Россию, опять же, усилить Турцию в отношении Сирии, усилить Турцию, что не нравится Ирану, а Иран оппонент таких стран, как Соединенные Штаты и Великобритания при любом раскладе политическом в этих странах, а с выходом Британии из ЕС тем более, то есть она будет играть активную роль. То есть где-то я прочитал, что сейчас
разведку и в Великобритании, и в Соединенных Штатах возглавляют бывшие главы турецких именно отделений, люди, владеющие турецким языком, и якобы они уже давным-давно думали, как бы насолить. Но и полная ликвидация Армении, естественно, тоже не входит в планы международного сообщества. Здесь скорее сыграть, позлить Россию и проверить, что она может сделать. И было очевидно, что азербайджанская армия технически на голову выше армянской. Армянская — это типичная постсоветские вооруженные силы, какими были украинские вооруженные силы в 2013 году. Сейчас, конечно, это совсем другое дело. А техника и, главное, такая смелая игра, в которую играет Турция, то есть так играть Турция не могла себе позволить в годы холодной войны. Так она, в общем, только сейчас разворачивается как самостоятельный региональный центр силы. Конечно, и мы вот здесь, Украина, мы не будем забывать, что наш регион Одесса, это тоже бывшая часть Османской империи, которая находится в прямом зоне интересов нынешней Турецкой республики, и бассейн Черного моря, они пока находятся как бы вроде на периферии турецкой внешней политики. Даже внутри НАТО они против того, чтобы усиливать контингент НАТО в Болгарии, Румынии и в Турции на Черном море, а усиливать средиземноморский фланг. Они бы это вечно настаивают, хотя есть страны НАТО, которые говорят, давайте усиливать черноморский фланг, но как раз Турция против. Соответственно, Україні є над чим призадуматися, що потрібно держати ухо востро. Тут ще яке дуже цікаве питання, те, що Нікол Пашинян приходив до влади як такий політик прозахідний більше, і в той же час, коли спалахнув конфлікт, Захід йому жодної допомоги не надав. І тут нам треба подумати, так, що оці санкції проти Російської Федерації, я б їх назвав недосанкціями, так, чи готовий Захід нам допомогти в разі дійсної агресії Російської Федерації, ну, тобто агресія вже за фактом є, але прямого введення російських військ неприхованого. Михаил, ваша думка. Ну, первое, спасибо вам, Костя, за приглашение в такой формат. Знаете, я думаю, через несколько лет здесь уже будем сидеть не мы, а вот наши дети, может быть, жены, может быть, здесь с колясками придем. Тем более мне напоминает это футуристический дизайн студии репортера, говорит как бы с перспективой будущего. Дякую. Ну, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать следующее. Ведь агрессия Российской Федерации была до Украины в Грузии в 2008 году. А что, Запад как-то помог Грузии в борьбе с этой агрессией? Абсолютно не помог. Нет. А что, мы видели какую-то реакцию Запада, когда Россия откровенно провоцировала Украину, а президент Медведев набирался наглости, записывал видео о том, что он, видите ли, не будет общаться с президентом Ющенко? А на каком основании Медведев не хотел общаться с законно избранным президентом Украины? Ну, то есть Запад это все, что называется, проигнорировал. И, конечно, и 2014 год, я вас уверяю, когда была аннексия Крыма, если бы Запад и, кстати, демократическая администрация Обамы, они реально захотели защитить Украину, они бы защитили Украину, поскольку дело даже не в Будапештском меморандуме. Поймите, что все это бумажки, вот это просто все Филькины грамоты. А если бы реально была солидарность, если бы реально Украина представляла не просто чисто такой вот ситуационный интерес потребительский со стороны Запада, то, поверьте, Запад бы отстоял интересы Украины в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Мы ничего этого не увидели. А что, Украина получила деньги какие-то от Запада? Вот есть, и уважаемый коллега не даст мне соврать, есть в Европейском Союзе так называемая политика coherence policy, да? То есть политика сгруппированности. Да? Я даже не знаю термин аналог привести в русском языке, но смысл солидарности. Да. На чем она основана? На том, что Европейский Союз должен развиваться гармонично. Это означает, что за счет фондов Европейского Союза государства с отстающими, да, экономиками, они могут дофинансироваться, так, дофинансироваться, докапитализироваться с тем, чтобы по всему Европейскому Союзу был некий социально-экономический баланс. Ведь если будет перекос, это значит, что из одного государства будут мигрировать в другое государство. И так это делают, потому что по-прежнему не все законодательство унифицировано. Где-то, скажем, легче заниматься бизнесом, где-то нет. Есть ряд, скажем, ряд отраслей, которые до сих пор они не унифицированы в Европейском Союзе. За счет этого люди мигрируют, они ищут, что называется, где лучше. Да? Но если бы Европейский Союз не занимался своими условно перифериями, то тогда бы был бы резкий переток миграции населения из стран менее успешных, более успешных.
Поэтому Запад ничем нам не помог, Запад ничем нам не поможет. Вы знаете, вот мы год назад здесь собирались, и вот, а тем более 2 года назад, и вот мы рассуждали о тех проблемах, с которыми столкнулась страна, о тех вызовах. Нам казалось, что называется, что это предел. Но вот сейчас, когда прошел 2019 год, особенно 2020 год, мы видим, что ну, бывает реально еще хуже. Да? Мы в 2014 году думали, ну что страшнее, когда там, Россия аннексирует Крым, непонятно, будет ли это глобальная война или нет. Но вот сейчас мы прожили там 2020 год, и мы видим, что уходят близкие люди, уходят знаковые люди. Мы видим, как поменялась картинка международных отношений. В Соединенных Штатах Америки другая администрация, но это не самое главное. То, что пришли демократы, по большому счету, это мало повлияет на изменение внешнего курса Соединенных Штатов Америки, я вас уверяю. Мы поговорим о Штатах больше детально. Тут другое дело. На этих выборах было в Соединенных Штатах Америки, которые мы раньше считали цитаделью священности институтов, института выборов, института судебной системы. Мы увидели, что даже в этой цитадели, где есть глобальное понимание среди людей, что есть священные институты, их трогать нельзя, что там священность это была постоянно под сомнением. Понимаете? Когда мы говорим о правовом государстве и высокой правовой культуре, мы подразумеваем всегда Соединенные Штаты Америки, где люди реально верят в силу системы. Их не интересует глубинное государство, не глубинное государство. Они понимают, что вот есть две вещи, на которые они могут опереться. Реально свобода выбора, да, потому что без выбора нет свободы. И свобода судебной системы, потому что без судебной системы нет частной собственности, нет твоего «я», защищенного как бы, государством. Да. Мы видели, что это ставится под сомнение. Ставится под сомнение сначала президентом, а от президента Трампа это перешло уже на уровне штатов. Мы видим там реакцию неадекватную там, того же Техаса. Понятно, что Техас не отделится от Соединенных Штатов Америки, это невозможно. Но, понимаете, некий прецедент он создан. Да? Но с другой стороны, у нас есть вялотекущий конфликт между Шотландией и Англией. Шотландцы, они все равно будут добиваться ухода из Великобритании, особенно после Брексита, потому что они бы хотели быть в Европейском Союзе. Ну и в Испании. В Испании проблема. Угу. То есть я к чему, то есть резюмируя, что я хочу сказать, что дай бог, чтобы вот этот 21 год, он был действительно другим, и он хотя бы стабилизировал ситуацию. Но один урок мы можем из этого все вынести. Мы живем в абсолютно непредсказуемом мире. И мы не можем спрогнозировать что-либо в среднесрочной, долгосрочной перспективе. И кто бы что сейчас ни говорил по поводу внутренней ситуации в Украине, внешней ситуации. Слушайте, мы могли спровоцировать, что рейтинг президента от 73% скатится там до 25%. Ну, ніхто спровоцировать не мог. Тут я з вами не згоден, хоча абсолютно не є прихильником президента, все-таки заміри рейтингу потрібно робити за першим туром, тому що половина рейтинга у другому турі – це антирейтинг Порошенка. Ну, погодьтесь. Смотрите, Костя, очень коротко. Существует ложь, чертова ложь и статистика. Конечно, можно взять цифры и сказать, минуточку, раньше партия «Слуга народа» не была представлена в местных советах, теперь она представлена, это же победа, теперь у нас есть свои представители. Эта игра все косится со статистикой. Вы лучше меня понимаете, что тут есть цифры на табло, а есть ощущение среди людей в обществе. И это ощущение, оно говорит о разочаровании и неуверенности в завтрашнем дне, потому что президент Зеленский олицетворял уверенность в завтрашнем дне. Поэтому, уже как бы ставя окончательно этом троеточие, мы ничего не можем спрогнозировать. Единственное, что мы должны, это научиться быть антихрупкими, как пишет господин Талеб. Да. Вот антихрупкость, умение гибко реагировать на вызовы, подстраиваться под вызовы, я считаю, это самое лучшее, что может сейчас сделать Украина в этом глобальном мире, в этой глобальной неразберихе. Тут от ще один такий цікавий момент, якщо казати про країни СНД і відносини їх із Заходом, ми от знаємо, відбулися вибори минулого року у Молдові, перемогла абсолютно проєвропейський політик переміг, так, Майя Санду. І, ну, в принципі, відносини з Україною, я думаю, що сильно не зміняться. Питання в чому? Що в цього, от аналізуючи її заяви, як мені суб'єктивно здається, вона чудово розуміє, що перемога про європейського політика – це цивілізаційний вибор, а не гарантія безпеки.
Зокрема, щодо придністровського конфлікту. Набагато складніша ситуація в Білорусі, де Лукашенка ніби обрали, але досі тривають акції протесту, і Україна погрожувала Білорусі санкціями, тому що не хотіли зіпсувати відносини з європейською спільнотою. Так, в той же час ми можемо втратити ринки, втратити торговельного партнера. Чи варто нам брати якусь сторону от в цьому внутрішньому білоруському конфлікті, який вже вийшов зовні. Денисе, ваша думка? Тут нужно вести себя осторожно, потому что никуда мы не денемся от Беларуси, от Молдовы, от своих соседей. Нужно трезво понимать, что режимы, существующие в Молдове, в Беларуси, какой бы выбор ни делало их население, это касается отчасти и нашей страны. К сожалению, мы такая буферная зона между Европейским Союзом НАТО и агрессивной Российской Федерацией. И это определяет во многом расклад сил внутри наших стран, возможности, которые появляются у тех или иных политиков. Опять же, есть протестное движение, но Лукашенко устоял сам лично, заручаясь поддержкой того же Путина в каких-то вопросах и опираясь на отсутствие слишком большого давления со стороны Европы, тем более Соединенных Штатов. Очевидно, что некоторые страны Евросоюза, там, типа Польши, Литвы, Чехии, активно участвовали в поддержке оппозиции, но сама оппозиция Брюсселя была достаточно обтекаемой. То есть то они отзывают послов, то вручает исполняющий обязанность, принимает верительные от кого-то грамоты. Никаких финансирования в рамках политики соседства, пусть оно символическое для Беларуси со стороны ЕС, тоже урезано не было. Каких-то тем более серьезных санкций, по типу которых Евросоюз накладывает на Россию за Крым, за Донбасс, в меньшей степени за Крым, такого не последовало. Да? Да, но то есть новой цветной революции не получилось, хотя, очевидно, усталость населения и от Лукашенко, и тоже такое маломотивированное, брутальное поведение полицейских, там, или как милиция по-прежнему у них называется, правоохранительных органов, оно тоже вызвало, естественно, недовольство, как у нас тогда это было перед началом Майдана, избиение студентов. Но система пока устояла, да, потому что идет такая... Надолго, вот, вопрос висит в воздухе, потому что нету четкой позиции ни в Европе, ни в Российской Федерации. То есть никто не хочет и разделить эту территорию, и никто не хочет принять на себя ответственность за нее. Потому что когда идет речь о Молдове, маленькая страна, и сколько раз там я участвовал в каких-то дискуссиях с европейскими политиками или там экспертами. И всегда про Молдову, всегда молдаване всегда в конце концов говорят, смотрите, Молдова такая маленькая страна. То есть для Евросоюза это вообще капля в море. То есть если Евросоюз ее примет, то те проблемы, которые есть в Молдове, они никак не отразятся на Европе. Но как это может существенно, приняв Молдову или дав ей серьезный шанс улучшить ее жизнь, и какая была бы показательная, да, вот явление для Евросоюза, когда вот взяли и приняли там за 2-3 года, можно даже в нынешних условиях принять Молдову, заморозить окончательно, установить там кордон на Приднестровье или даже интегрировать Приднестровье и выделить какие-то деньги, которые просто сравняют Молдову, все ее проблемы решат. Это очень маленькая страна. Это невозможно сделать для Украины, даже для Грузии невозможно. А для Молдовы можно, но никто этого делать не собирается. Во многом из-за того, что есть и позиция Российской Федерации, которая даже Молдову, как они говорят, Молдавия по-прежнему часто считает зоной своего влияния. То есть ни одна из сторон не проявляет такого окончательного шага. Все ждут вот этой непредсказуемости, в которой остается только один шанс. Вот и в логике своего авторитарного режима Лукашенко действует правильно. Он опирается на внутренние силы. То есть Украина должна усиливать свое внутреннее государственное устройство, армию, правоохранительные органы, государственный сектор экономики. Что надо, конечно, приватизироваться, но на что-то надо опираться, потому что мы находимся в состоянии действительно непредсказуемости, как развернутся дальше события. Да? То есть, и поэтому, кроме как опоры на внутренние силы, опираясь на внутренние силы, можно и рассчитывать на поддержку извне, потому что
полностью брать, я с этим абсолютно согласен, полностью брать на себя наши проблемы Запад, и тем более никто другой не будет. Ну, в той же Янукович опирався на внутрішні силові ресурси, але не надто негативно. Взял і розругався Западом, і з Росією теж розругався. У нього був другий крен, да. Будь ласка, Михайло. Очень часто, поскольку там были достаточно разнообразные полюсы, очень часто вот те же Афинах, граждане Афин, они избирали тиранов на временное руководство своим полюсом. Да, и тогда, тиран, который обладал безграничной властью на уровне царя, не считался чем-то, каким-то плохим. То есть это слово не воспринималось негативной коннотацией. Там противовал институт выборов. Но со временем тираны, они узурпировали власть, и уже им не нужно было демократический вотум на тиранию, они хотели свою тиранию сделать преемственной. И, конечно, я привожу этот пример для того, чтобы показать, что, с одной стороны, да, нам необходима более собранная модель управления, более эффективная модель управления и, возможно, более авторитарная модель управления. Но, к сожалению, обратной стороной авторитарной модели управления является сворачивание демократических свобод. Ты никогда не знаешь, где остановиться. Ведь Россия в свое время, когда пришел Путин, они рассматривали его приход как возможность укрепить власть и отойти от той войны олигархов, от войны компроматов, которая существовала в 90-е годы. В итоге Путин узурпировал власть, в России укрепился такой жесткий авторитарный режим. И понятно, что при нынешней ситуации там другого режима быть не может. Неважно, там фамилия Путин или какая-то другая, иначе Россия распадется. Там очень много таких тлеющих конфликтов. Что касается Беларуси, важно понимать, что в Беларуси нету легальной, легитимной оппозиции. И примерно общество расколото 50 на 50. Но в парламенте, Кость, в парламенте оппозиции нет. Если в 2013 году протестующие на Майдане в Киеве, да, они четко понимали, что есть, условно говоря, вообще было понимание, что есть Верховная Рада, там есть сильная оппозиция, которая может перехватить власть, ведь так и произошло. Был избран Турчином, спикером украинского парламента. Там было дополнительно 30 голосов регионалов, но за счет оппозиции она как бы номинировала своего руководителя Верховной Рады. То есть произошел правовой переход, да, от, скажем так, легкого авторитаризма Януковича к следующему этапу и так далее, и так далее. Так вот, в Беларуси этого нет. Вы удивитесь, но там нет ни одного независимого депутата. Поэтому там оппозиция на маргінальна, нет рычагов, на что опереться. Ну, давайте зазначимо такий момент, що там будь-який політик, який переходить в опозицію, автоматично стає легітимним саме тому, що от та вулична опозиція є максимально легітимною щодо власне потреб населення. Подождіть, Константин, давайте так. Я, вибачте, завершу все-таки думку, що будь-який політик, який переходить в опозицію, він стає легітимним тому, що він анти-Лукашенко. Ну, я не совсем согласен. В Білорусі, давайте так, там полярні точки зрення є ті, які... А вы понимаете, вот когда в 91-м году ГКЧП пришло к власти на 3 дня, ведь были многие, кто поддерживал ГКЧП, среди даже тех, кто сейчас является такими, ну, явными демократами. Да, они уже забыли, как они поддерживали ГКЧП. Поэтому здесь же то же самое. Очень много сторонников, реально сторонников сильного государства Лукашенко. Но часть населения против. Молодая часть населения и так далее. Но надо только, чтобы ей не помечать. Смотрите, она великая, потому что она активно выступает. Но вы не знаете, вы не демократической стране, вы реально не можете провести социологию. Люди будут бояться отвечать на вопрос. Поэтому мы не можем понять сейчас, какое состояние общества. Потому что, чтобы ты не делал, нужно начинать с социологии. Что я хочу сказать? Что вот если вот возьмем Турцию, там проблемы с демократией в Турции, но в Турции оппозиционный мэр в Стамбуле, в Турции есть выборы, там реально есть избирательный процесс. И вот как ни крути, но у оппозиции есть легальные возможности хоть куда-то выбраться, дальше начинать какую-то активность. Поэтому я думаю, что
В Беларуси должен появиться лидер, да, пусть даже он будет вне парламента, но лидер условного уровня Навального, который хотя бы сможет создать какую-то структуру, да, потому что когда оппозиция Беларуси объявила о том, что они создают координационный совет, и уже понял, что ничего не получится, это было собрание интеллигентов-меньшевиков, которые, знаете, вот так вот просто взяли, тут же выбили, да, с этой колоды карт, их никто не защитил. Мне это напомнило координационный совет оппозиции в России, который был избран в 2012 году. Они так долго занимались выборами своего координационного совета, что в итоге этот координационный совет проработал 3 месяца, потом был разогнан, и все о нем забыли уже, понимаете? Хотя такие были надежды, да, так не делаются, так не делаются Майдан. Потрібно, щоб з'явився такий політик, але ж не перші вибори, так, є багато спроб, щоб такий політик з'явився. Їх або витискають з країни, або саджають. Константин, от опозиція, да, от коли ти знаходишся в жорстко непримиримій опозиції, то в государственном масштабі, звісно, це завжди запряжено з неким риском. Да. Но сейчас, учитывая персону Лукашенко, Лукашенко, на мой взгляд, он, ну, потерял всякие берега, если почитать его как бы воспоминания людей Лукашенко тех лет, начала 90-х годов. Он уже тогда подавал надежды, что он будет диктатором. Но вот последние несколько лет это особенно культивировалось с ним. И он же понимает, что у него пути нет. Вы поймите, вот как только Лукашенко будет устранен от власти, это будет второй Каддафи. Я ему не желаю судьбы Каддафи, но ведь с Каддафи было то же самое. С ним он шатер возле Белого дома раскладывал, он проявлял такую вот активность на международном уровне. Он выступал в ООН. Но когда начались события, вы помните, что произошло? Ну и самое последнее, давайте понимать, что сейчас вот Денис говорит по поводу Молдовы и так далее, и так далее. Запад сейчас не будет влезать в эти все вопросы. Почему? Потому что есть перед глазами пример Ливии. Да? Вот пример Ливии, который потом спровоцировал ряд других цветных, условно, там, революций, и потом миграцию населения. Миграция населения нас спровоцировала Brexit, да? Она спровоцировала переформатирование как бы эмоции, да, взаимоотношений в Европейском Союзе. Никто не хочет этого повтора, да, потому что взмах крыла бабочки в Ливии, он спровоцировал цунами в Европейском Союзе, да. И никто не хочет этого, поэтому никто не хочет лезть условно там в Молдову, тем более в Молдове неоднозначное настроение. Там нет единого понимания, что они хотят условно Европейский Союз. Часть хотят Европейский Союз, часть хотят просто присоединиться к Румынии, часть хотят быть ближе к России, а часть хотят просто, чтобы их оставили в покое. Ну і, напевно, найбільш обговорювана як в світі, так і в Україні останнім часом подія, я думаю, найбільш обговорювана, ніж наші внутрішні якісь справи, це вибори в Сполучених Штатах президента, офіційна перемога Джо Байдена від Демократичної партії, перемога над Трампом. Що нам очікувати для України? Це великий друг України, як кажуть? Чи навпаки посилиться так званий зовнішній вплив, оці так звані сарасята, про яких багато кажуть, на, скажімо, проросійські сили? Що очікувати Україні? Денисе? Ну, буде видно от, по конкретним шагам, я думаю, і не стоїт слишком преувеличувати антироссийские заявления, которые делал там Байден и вообще традиционно демократическая партия. Потому что будет видно, насколько эти заявления будут подкреплены реальными шагами. Это с одной стороны. Потому что как зависеть это будет, поведет себя новая администрация вообще в мире. То есть если мы вспоминаем администрацию Трампа, то в конце концов именно она практически приостановила Северный поток, накладывая серьезные санкции на немецкие там, и другие европейские компании. Про це, до речі, згадав Володимир Путін під час великого інтерв'ю в середині грудня. И теперь посмотрим, как это все будет делать демократическая партия своих немецких, европейских, либеральных друзей, будет точно так же мочить, как Трамп. Тогда это было как бы противостояние по линии того, слишком либеральная Европа и Германия, против которой Трамп, то теперь, если мы увидим по конкретным санкциям, если худо-бедно, но по факту, со всей риторикой антироссийской, мы увидим, что Северный поток продолжит строиться, это скажет нам о многом. Во-вторых, какая будет реальная помощь со стороны Соединенных Штатов, она уже, в общем-то, немала. Как считают Соединенные Штаты, она не критическая, воевать за нас никто не будет, но
все-таки действительно наращивание военной силы Украины во многом зависит от Соединенных Штатов. Те самые пресловутые джавелины, они скорее играют символическую роль, да, то есть они, а не непосредственно военную. То есть мы увидим по конкретным шагам новой администрации, насколько они действительно будут влиять и предлагать варианты, да, потому что, предположим, Соединенные Штаты настояли на том, чтобы наш Motor Siege не продавался китайцам, ну, известная как бы ситуация, и что взамен, да, то есть взамен мы увидим, в общем-то, постепенную деградацию и вплоть до закрытия этого уникального производства, которое устаревает на наших глазах, но там китайцы просто так бы не хотели получать эти технологии. То есть Соединенные Штаты, если хотят по-прежнему сохранять Украину в орбите своего влияния, надеюсь, как бы предложит нечто большее. Пусть, конечно, я далек от мысли, что будет какой-то новый там план Маршалла, это все об этом можно забыть, но даже при том, что Соединенные Штаты уже, конечно, не те, что были там 10-15 лет назад, но все равно у них достаточно ресурсов, чтобы оказать существенную помощь для Украины, даже в том формате, который у нас сейчас существует. А я думаю, что по-прежнему, к слову о том, что Запад ничего не делает, он, с одной стороны, да, в глобальном контексте можно сказать, что ничего, но я думаю, что позиция Соединенных Штатов — это вообще главный гарант независимости Украины на сегодняшний день. И то, что как Соединенные Штаты вели себя с Грузией в 2008 году и в 2013-2014 с Украиной, то есть, в конце концов, просто в плане дискуссий, да, то есть не было реализован план максимум, который, вероятно, существовал у Российской Федерации. Это взятие Тбилиси, отстранение Лукашенко вплоть до его... отстранение Саакашвили вплоть до его ареста. Это не произошло. Джордж Буш-младший говорит, что только благодаря личной позиции. История рассудит. И то же самое касается Донбасса и Крыма. В конце концов, весь так называемый Юго-Восток и все осталось в составе Украины, хотя теоретически Россия могла и правые, за что критикуют Путина? За то, что он не взял Харьков и Одессу. Это очевидные такие. И поэтому многие не считают это особой победой, скажем, правой радикальной силы внутри Российской Федерации. Гиркин напрямую называет Путина зрадником. Да, то есть это во многом, да, Запад закрыл глаза на аннексию Крыма, это очевидно, но были четкие сигналы, в первую очередь, украинским олигархам, украинским политикам о том, чтобы отстаивать независимость, и независимость была сохранена. То есть преуменьшать роль Запада здесь пока тоже не стоит. Мы, как бы он ни слабел глобально, да, усиливался Китай, выходит из-под контроля Ближний Восток, свои процессы происходят в Африке. Мы здесь, в Центральной Европе, все равно остаемся вот в этой классической схеме противостояния Запада с Россией. Но просто, может быть, к нашему счастью, вот этот конфликт, если раньше Восточная Европа, это было вообще поле битвы мировой истории, да, вот Советский Союз, США, потом постепенно НАТО, Россия. Сейчас мы перестанем быть таким главной площадкой мирового противостояния, и это вот единственное, что мне внушает оптимизм. Может быть, на этой почве удастся как-то разрулить, потому что другие зоны противостояния, Большой Ближний Восток, Китай, Юго-Восточная Азия, которые превращаются вообще в главные центры мирового развития. Вот там, где захочет участвовать Россия, где, естественно, будет отстаивать свои позиции США, будут пытаться как-то усмирить Китай, это будет главная, в общем-то, история 21 века. И в этом контексте у нас есть шанс, что как-то так здесь не будет слишком большого обострения. Но предсказывать очень сложно. Михайло, ваша думка, які будуть відносини у 21-му році України, власне, Сполучених Штатів по лінії, власне, президентський, Зеленський, Джо Байден, і чи вплинуть на наші відносини скандали, які ми знаємо, плівки Байден-Порошенко, скандал із Бурісмою, власне, який зачепив сина Джо Байдена Хантера? Будь ласка. Знаете, Константин, вот я вот так вот там слушал только что Дениса, и вот ваш вопрос вообще, как бы оценивал нашу дискуссию, попытался со стороны, да, вообще то, что происходит. Вот у меня такое ощущение, что вот мы вот систематически постоянно обсуждаем вот какой-то бред, да, я вам объясню почему. Потому что вот все то, что мы сейчас обсуждаем, не имеет никакого отношения к действительности, да. И не только здесь, и там в студии, условно, Медиаинформа, где я там веду, или там в других студиях. Это все сущий бред. Я объясню, почему. Потому что Украина сейчас, к сожалению, к моему большому сожалению,
исключена из важных геополитических процессов. Вот посмотрите на первую вакцину. Да? Мы оказались среди тех стран, которые никоим образом не задействованы в производстве вакцины, но которые ждут вакцину как манну небесную. С нашим научно-техническим потенциалом мы не можем создать нашу собственную вакцину. Мы должны эту вакцину ждать, пока нам привезут. Ну и так далі, і так далі. Тобто Україна... В нас немає суб'єктності геополітичної, тому і ми головних гравців міжнародних і обговорюємо, як це на нас вплине. Якби в нас була суб'єктність, то ми б обговорювали в першу чергу вплив України на міжнародні події. Понимаете, здесь ми сколько угодно условно можемо там обговорювати те, що відбувається вовне, но нам нужно розбиратися з тим, що відбувається на нас внутрі. Це більш существенний вопрос, тому що к сожалению, уровень, знаете, вот самоощущение людей, да, вот эта вот полная безнадега, она всепроникающая, понимаете, вот она просто всепроникающая. И когда у людей пропадает мотивация вообще на развитие, да, вот Денис не даст мне соврать, если раньше, условно говоря, последние годы была мотивация, скажем, креативного класса подавать какие-то, получать грантовые исследования, да, ездить куда-то, да, вот чем-то заниматься, даже просто вот говорить, да, вот с кем-то, то есть все равно о какой-то визии говорили, то сейчас просто безнадега. Ну, вот в общем и целом безнадега. Это не только вот, ну... Во многом отсутствие той самой внешней субъектности. Безнадега, потому что, понимаете, не меняется ситуация. Це окрема тема, дуже глибока. Це не означає, що не потрібно обговорювати ключові міжнародні події. Ось, смотрите, коли ми говоримо о Сполучених Штатах Америки, давайте подивимося, хто затіяв перезагрузку з Російською Федерацією? Давайте подумаємо. Сполучені Штати Америки, Обама. А хто був переговорщиком зі сторони Росії? Господин Сурков. Кто заварил кашу на Майдане, кто заварил кашу в Крыму и кто заварил кашу на востоке Украины? Господин Сурков. Переговорщик в рамках политики перезагрузки. Дальше. А кто не ввел ни санкции в адрес там России после того, как Южная Осетия и Абхазия объявили о том, что они выходят из состава Грузии, они односторонне провозглашают свою независимость. Да? Ну, на этом фоне вот Америка объявила о политике перезагрузки уже при новом президенте Обаме. Поэтому в отношении Украины было то же самое. Дала ли нам демократическая администрация летальное оружие? Не дала. Дали нам Соединенные Штаты Америки реально какую-то экономическую финансовую помощь? МВФ не в счет. Да? Ту помощь, которую нам дали американцы, это не помощь. Это кредит на закупку оборудования, да, закупку каких-то материальных активов, которые производятся там же. Mm-hmm. Понимаете? То есть они финансируют, собственного товаропроизводителя, собственный бизнес. То есть они просто, это просто глобальный обман нашей страны. И мне очень жалко, потому что я очень люблю нашу страну, я считаю, что мы можем быть успешной страной, но наша проблема в том, что мы постоянно хотим на кого-то опереться. А в жизни так нельзя. Вот ни в личной жизни нельзя ни на кого опираться. Так же точно и во внешней политике. Нужно понять, что у нас нету друзей во внешней политике, у нас должны быть только интересы. И сейчас, когда мы говорим о том, установит ли Владимир Зеленский диалог с Джо Байденом, ну установит он, что с Джо Байденом диалог, не установит диалог с Джо Байденом. Какое это имеет отношение в целом для развития украино-американских отношений? Важно другое, что Украина в течение последних нескольких лет не сходила с полос американских газет. Но не потому, что у нас здесь происходили реформы, не потому, что Украина стала реально инвестиционно привлекательной страной, которая не завлекает какими-то сексапильными инвестиционными нянями, да? А которые реально создают здесь условия для развития там, бизнеса. Мы же помним, как поехала куча депутатов накануне пандемии в Давос. Ну, честно, я тоже люблю межонные формы. Там вкусно кормят, хороший фуршет, да и Швейцария очень круто. А чего вы все туда поехали? Какое вы отношение вообще имеете к этому форуму? Ну, не поехали. Толку никакого. Так вот, понимаете, если бы реально европейский бизнес, американский, они же все понимают. Но вот когда мы с ними общаемся, я думаю, Денис не даст соврать, там все прекрасно понимают. То есть, условно говоря, готовы говорить с экспертами, ну, с Денисом, там, еще с экспертами. Готовы говорить, потому что просто приятно поговорить. Но в тот момент, когда Денис будет говорить, условно говоря, там, от лица украинской власти,
тут же отношение к Денису поменяется, потому что уже украинская власть вся в целом, да, она в глазах мировой общественности дискредитирована отсутствием реформ, и никакие инвестиции сюда не придут. Вот мы стали известны благодаря этим всем leaks на английском языке, утечкам, разговорам Байдена, Порошенко, там разговоры Трампа, Зеленского, да, то есть вы понимаете, они благодаря каким-то реформам. Що нам залишається, це очікувати все-таки, що в 2021 році в нас щось зміниться, хоча й на тлі розчарування владою, Володимиром Зеленським особисто, в якого був аномально високий рейтинг дуже довгий час. Ну, давайте все-таки закінчимо на позитиві, привітаємо наших одеситів з Новим роком, всіх наших громадян. І пожелаємо Батьорову возвращення замечательного ток-шоу «Кворум», на якому будуть дебатувати, дратися, кидатися стаканами і просто взривати дитяче інформаційне пространство. Дуже дякую, ми над цим працюємо. Дякую, наші шановні експерти, Михайло Кацин, Денис Кузьмін. Дякую. Це була студія «Репортер». Ми підбивали головні політичні підсумки минулого року. Студію провів Костянтин Гречани. Залишайтеся з нами.